Привет, зрители! Сегодня я покажу, как я делала подхваты для занавесок с такими довольно классическими кистями. Этот проект был экспериментальный, и я это делала в первый раз. Кисти на видео высотой 25 сантиметров, плюс вот эта петля 10 сантиметров, и на каждую кисть у меня ушло 25 отрезков по 50 сантиметров. Заранее на листке я себе нарисовала этот проект и высчитала, в каких пропорциях все должно быть. С кистями здесь можно фантазировать, делать любые, можно делать более сложные. Также сам подхват я высчитала, что буду делать его 85 сантиметров. Это плетение косичка из 4 веревок. Можно вбить в Яндексе и выпадет вот такой рисунок, как сейчас на фотографии. В нем не так просто, кстати, разобраться, но потом, когда начинаете делать, это уже идет само собой. В общем, чтобы сделать подхват в готовом виде 85 сантиметров, то сплести косичку нужно на 2 метра 15 сантиметров. Чтобы это сделать, на одну штуку я брала 4 отрезка по 4 метра. В конечном итоге моя коса получилась 2 метра 65 сантиметров. То есть лишнее я отрезала. Я заранее посмотрела на YouTube, как завязывать узел для подхвата, и это тоже было очень непросто. В описании я оставлю видео, по которому я это делала. Также, когда вы сделали кисти, к ним нужно прикрепить уже заранее вот эти вот петли, да, которые будут вдеваться, вот как вы видите сейчас на фотографии, в узел захвата. Я делала вот эту вот петлю 10 сантиметров высотой. Ну, вот так это примерно получается. В конечном итоге все очень хорошо. Но мне пришлось немножко помучиться с этим совсем. И также у подхвата должен быть один конец длиннее и второй конец от кисти, он должен быть короче. Значит, одну сторону от кисти я делала 43 сантиметра, а вторую примерно 37 сантиметров. То есть в конечном итоге, когда я примерила, я решила подхват делать не 85 сантиметров, а 80, так как от веса кисти эта коса, она немного растягивалась. И вот такой результат у меня получился. По-моему, довольно хорошо для первого раза. Также вот эта вот коса из 4 веревок, она, в принципе, сама по себе тоже очень хорошо выглядит как подхват, если она вот в двойном виде, как у меня было на фотографиях. И сейчас вы увидите, как примерно это выглядит на занавеске. В общей сложности, чтобы сделать два таких подхвата с кистями, вам понадобится примерно 70-80 метров веревки. У меня ушло 80, но это еще и зависит от того, какую кисть вы будете делать. Так как в жизни эти подхваты на занавесках, они висят зеркально, то и вот этот узел для подхвата тоже нужно завязывать будет зеркально. То есть это надо будет делать в разные стороны. Но в этом вы разберетесь, когда посмотрите видео, которое у меня в шапке, там, где комментарии.